إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Дорогие братья и сестры, продолжается месяц Рабиуль-Ауаль, месяц, в котором родился пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний обращается к нам с вами и говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. الله оказал великую милость верующим, отправив к ним пророка из их же числа. Он читает им его аяты, очищает и обучает их Писанию и мудрости. Хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. Сура 3, аят 164. Также Всевышний говорит: Аллах он тот, который отправил к неграмотным людям посланника из их же среды. Он читает им знамения Господа, очищает и обучает их Писанию и мудрости. Хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. Сура Джума, 62 сура, 2 аят. Из этих многих аятов мы понимаем, что великим благом для нас является послание Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Мы о нем помним всю жизнь, но такие вот периоды, когда наступает Рабиуль-Ауаль или Рамадан, мы в Рабиуль-Ауаль побольше говорим о посланнике Аллаха, алейхи вассалям, а в Рамадане побольше говорим о Коране. Дорогие мои братья и сестры, если раньше посланники приходили локально, то есть конкретно в определенное место, к определенному народу, то заключительный пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, был послан для всего человечества. Об этом сообщает имам Аль-Бухари в сборнике своих хадисов под номером 335 и имам Муслим. В хадисе пророк сказал: алейхиссалям кана аль-анбия юбаасуна иля акуамим хаса ва брифу иля нас амма. Каждого пророка Аллах Та'аля управлял на языке своего народа, чтобы он разъяснял божественные ценности. И об этом Всевышний сообщил в 4 суре, 4 аяте следующим образом: бисмиллахи рахмани рахим. Ва ма арсална мин расулин илля билисани каумихи. Какого пророка мы не отправляли, мы отправляли его на языке его народа. То есть он говорил на том языке, который говорит его народ. И понятие лисан, конечно, оно гораздо шире, чем просто язык. Лисан — это
культура, форма общения, вид одежды, традиции. И пророки приходили в той форме, которая была людям понятна. Не были какими-то чужестранцами, или инопланетянами, или какими-то там ангелами, или еще кем-то. Приходили людьми и на понятном языке разговаривали. Известный ученый, энциклопедист, правовед, историк и математик мамлюкского султаната Аль-Кашанди, он умер в 1418 году, ссылаясь на своего предшественника, автора книги «Китаб Рухаля Маддава», книга о пире и чернильнице, по имени Мухаммад ибн Умар Аль-Мадарими, высказывает такое интересное мнение. Аль-Мадарими говорит, что некоторые ученые утверждают, что пророк, алейхи саляту ассалям, понимал все языки, несмотря на то, что сам был арабом. Ибо Аллах отправил его с миссией ко всему человечеству. И не следует Аллаху отправлять пророка к народу, языка которого он не понимает. Об этом пишет Парнашалик в своей книге «Субху-Л-Аша фи-Суна-Ат-Лича». Это не просто книга, а 14-томная энциклопедия о том, как себя должен вести секретарь государственной канцелярии. Конечно, это мнение спорное. Другие ученые считают, что посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, знал только арабский язык, причем в разных его диалектах. Ибо у нас нет неопровержимых доказательств и исторических фактов в пользу первого мнения, в пользу того, что пророк, алейхиссаляту ассалям, знал и говорил на иностранных языках. Более того, когда пророка пытались обвинить в том, что он получает коранические знания от знатоков иудейских и христианских традиций, Аллах ниспослал следующий аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي Мы знаем, что они говорят, воистину его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это Коран, ясный арабский язык, пришел на ясном арабском языке. Также Всевышний сказал: «Вама кунта татлу мин кабли мин китаби валя тахутуху бьяминик» «Ты не писал», то есть ты не читал Писание до него, до Корана, и не писал их своей десницей, своей правой рукой. Сура Анкабут, 29 сура, 48 аят. Следовательно, пророк, алейхиссаляту ассалям, не владел в полной мере иностранными языками и тем более не изучал и не переписывал писания древних. Иначе это стало бы основанием обвинить его в компиляции, то есть в переписке прежних книг, и послужило бы почвой для сеяния сомнений среди людей. Как сам пророк, алейхиссаляту ассалям, так и подавляющее большинство членов его общества не умеет читать и писать. Это является неоспоримым фактом среди исследователей. Мудрый Аллах Джалля Джалалюха напоминает пророку о своих великих благах к нему и говорит: «Бисмилляхи рахмани рахим, фаиннама иссарнаху билисаника литубашира бихи мунтакина ва тунзира бихи каума лудда». «Мы облегчили Коран на твоем языке». Мы облегчили Коран на твоем языке, чтобы ты обрадовал им осторожных людей и предостерег им злостных спорщиков. Сура Марьям, 97 аят. Также Всевышний говорит:
что эта книга Куран-Карим исполнена билисани араби муби, что значит, воистину, это из послания Господа миров, верный дух Джабраиль, алейхиссалям, сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Исполнен Куран на ясном арабском языке. Сура Шуара, 26 сура, 195. Да, дорогие братья и сестры, действительно, пророк алейхиссалям послан учителем для человечества, не для арабов, не для мусульман, в целом для всего человечества. Более того, называют его Аллах Та'аля Рахмату лиль аламин, ва ма арсалнака илля рахмату лиль аламин, мы отправили тебя лишь милостью для миров. И так же, как ученик стремится достичь уровня наставника, так и человечеству нужно стремиться изучить язык своего посланника, который пришел нам ко всем, не различая по цвету кожи или расы. «Инни уритту иля ахмара ва асват», — говорил Расулуллах, алейхи ас-салям, «Аллах отправил меня и к белым, и к черным». Ученик стремится достичь уровня наставника, также и нам, человечеству в целом, каждой личности отдельно, человечеству в целом, нужно стремиться изучить язык своего посланника. Ибо Куран облечен Аллахом именно на этом языке. Аллах тогда обращается к своему посланнику в суре Духа, 58 аяте, говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим». فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Мы облегчили Куран на твоем языке, быть может, они, люди, призадумаются над назиданием. В связи с тем, что прежние божественные писания были на иврите или арамейском, то есть Тора и Инджиль, Евангелие и Тора, Псалтырь, и Тора, Таврат и Псалтырь, свитки, которые получил, книга, которую получил Давуд алейхиссалям, основные вот эти божественные писания были на иврите или на арабийском. Поэтому американские язычники бросали вызов Мухаммаду алейхиссалям и говорили: «Соблюдайте тишину, пожалуйста, уважаемые первый ряд. Почему Аллах Та'аля не отправил свое заключительное писание на языке прежних священных книг?» На что Аллах сказал: «Бисмилляхи рахмани рахим. Ма юкалу лака илля ма кад кила лир-русули мин каблик. Инна раббака ладу магфиратин ва ду икабин алим». Тебе говорят, что ты лжешь, поносят и опровергают твое послание, как так поступали с прежними посланниками, бывшими до тебя. Поистине, твой Господь обладает прощением и обладает мучительным наказанием. Если бы мы сделали это писание, божественное писание, Кораном на иностранном языке, то они непременно сказали бы: «Ля-уля хусля аяту», почему бы эти аяты нам не разъяснены, тогда бы мы поверили. Но вот он пришел на ясном арабском языке, и как может прийти писание на неарабском наречии пророку арабу? Куль хуа лилля лина аману гудан ва шифа. Ответь: он, Куран, является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это те, которым вызывают издалека, говорит Аллах Та'аля в Суре Фуссилят, 44-м аяте. Значит, когда после пророка алейхиссалям вызов и говорят: «Если ты настоящий пророк, почему твой Куран не пришел на языке прежнего пророка?» И Аллах отвечает: если бы Мухаммад был иудеем, мы бы отправили ему еврейскую книгу, но он же араб, и вы араб, и я отправляю вам арабскую. Дорогие мои братья и сестры, пророк алейхиссалям был арабом. Он родился, вырос и проповедовал в арабской среде.
Вместе с этим он знал некоторые иностранные фразы. Приведу несколько примеров. Сборники имама Бухари под главой «Кто говорил на персидском?» Манта Калерма Фарисия. От Абу Хурейра сообщается о том, что Аль-Хасан сын Али, да будь доволен Аллах ими обоими, подобрал фин, являющийся из милостыни. Пророку в дом приносили разные продукты, и вот была куча фиников, которые принесли как садака, но не успел это раздать. Его внук Аль-Хасан взял это и стал нужен. И тогда пророк обратился к нему, как сообщает Абу Хурейра, на персидском языке, и сказал: «Тих-тих, мол, оставь это, аля та'ляму, анна хухуррима алейна аклю ас-садака». Разве ты не знаешь, что нам запрещено кушать милость? Пророк алейхиссалям это взял, и его прямые родственники, для них харам кушать милость. Значит, в этом хадисе мы видим, что пророк алейхиссалям использовал персидские выражения «тих-тих». Также от Абу Хурейры радиаллаху анху в сборнике имама Ибн Маджа передается: однажды пророк саллаллаху раньше обычного пришел на молитву, и я пришел рано. Затем я помолился и присел. Пророк алейхиссалату вассалям повернулся ко мне и сказал: «Ишкан дабдад». Я ответил: «Нам я расуллаллах, да, у посланник Аллах». На что пророк сказал алейхиссалям: «Кум фасалли фаинна фис салати шифа». Встань, делай намаз, поистине в намазе есть исцеление. Один из передатчиков этого хадиса по имени Дауад ибн Рульбах прокомментировал, что выражение «Ишкян дударт» переводится с персидского: «У тебя есть жалобы на живот». «Ишкян дармикна», если на таком местном диалекте сказать. С точки зрения иснада, то есть цепочки передатчиков этого хадиса, хадис считается слабым, но подтверждается другими хадисами и служит аргументом в пользу того, что посланник Аллаха алейхиссаляту вассалям знал и использовал некоторые фразы на иностранных языках. Такое явление мы наблюдаем и в современном мире, и сами, может быть, на это не обращаем внимания. Но все услышали такие слова, как «фейк». Вот в интернете повесили «фейк» или появился «фейк». «Фейк» — это русское слово? Нет. Или мы говорим: у этого человека богатый кейс, то есть много знаний. Кейс — это тоже не русское слово. Или говорим: у него хороший бэкграунд. Тоже не русское слово. Таких фраз мы нахватались. Почему? Потому что английский на сегодняшний день, он главенствует в мире, и английские фразы вошли и в русский язык. Таким же образом, мы предполагаем, истинно знает только Аллах, в те времена, и даже пророк алейхиссаляту вассалям, главенствующим таким авторитетным языком был персидский язык. Поэтому даже глубинку такую, далекую от цивилизации, от больших городов, местность, как Мекка, Медина, просочились некоторые фразы из персидского языка, и пророк алейхиссаляту вассалям знал эти фразы и использовал их в повседневной жизни. Эти факты из жизни пророка алейхиссаляту вассалям, дорогие мои братья и сестры, побуждают нас с вами хорошо знать, любить и ценить свой родной язык. Расулуллах алейхиссаляту вассалям гордился, и часто он говорил: «Ана ибн Абди То, Ана ибн Аби Талиб». Я являюсь потомком ибн Аби Талиба, валя фахр. И не из-за гордости это говорю, а из-за того, что нужно ценить, любить свои корни. Откуда ты пришел? Кем ты являешься? Ибо если человек не знает своих корней, не знает своего языка, не знает своего своих традиций, он как первый из корней. А любой ураган, не то что ураган, но мгновение может его повалить. Поэтому свой язык, свою культуру, свои традиции надо знать. Поэтому Аллах Тааля запретил зина, прелюбодеяние. И вы, дети, рожденные от прелюбодеяния, не знают, кто папа, кто мама.
следующий, не на кого равняться. Кроме этого, нужно стремиться глубоко изучать и популяризировать арабский язык, как язык благородного Корана и пречистой сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну и также знать и уметь использовать иностранные языки. По этому поводу позволю себе процитировать слова Сафиуддина аль-Хилли. Это поэт мамлюкского периода, он умер в 1339 году. У него есть такое небольшое четверостишие. «Метадри дуатель марьи яктору нафру, фатилька ляху индер мульмати а'вану, тахафат аля хибзы дуатель муджахидан, факуллю лисанин фил хакикати инсан». Чем больше языков у человека, тем больше благ у него, ведь они ему помощники в бедах его. Свиши и усердствуют и увлеченно изучать языки, ведь каждый язык по сути своей новый человек. Если ты знаешь один язык, ты один, если два, тебя два, если три, то три и так далее. Поэтому, подводя итог сказанному, дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что продолжается месяц Рабиуль-Ауваль. В связи с этим мы чаще больше должны вспоминать о пророке, алейхиссаляту вассалям, извлекать какие-то мудрости из его жизни, из его сунны. И сегодня перед вами вот прозвучали аяты, хадисы, говорящие о том, что Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, любил, ценил, знал свой язык, гордился этим. И в то же время умел вовремя, достойно использовать какие-то фразы из иностранных языков. Расулуллах, алейхиссалям, читать, писать не умел. Если бы он умел, сказали бы молодец, или прочитал тысячи книг, написал красивый Коран. Но Расулуллах, алейхиссалям, и сам, и его близкие товарищи, и его народ, среди которого он жил, подавляющим своим большинством, были неграмотными, читать, писать не умели, за исключением нескольких человек, но потом Расулуллах алейхиссалям побуждал их наукам, побуждал их к знаниям, и они стали эталоном и распространили эти ценности среди других народов. И мусульмане внесли большой вклад в развитие математики, астрономии, химии и многих других наук. Рабиуль-Ауваль продолжается и в нашей мечети, и под патронажем духовного управления мусульман Российской Федерации идут различные мероприятия, связанные с пророком, алейхиссалям. В частности, вот на третьем этаже вы, наверное, уже обратили внимание, что создана небольшая экспозиция, посвященная пророку, алейхиссалям. Слайды, говорящие о его жизни. Картинки, вывески, говорящие о том, как относились к нему известные люди современности, Махатма Ганди, Бернард Шоу и другие, как они с гордостью говорили, нам нужен этот человек. Если бы он был здесь, он бы наши проблемы решил так же, как мы легко выбиваем чашку кофе. Поэтому обязательно возможность будет приходить со своими детьми, внуками, племянниками в этот музей, посмотрите, что там есть, чего нету. По мере своих знаний объясните им что-то. Если знаний нет, то попросите имама, и муазина, или кого подняться с вашими детьми и пообщаться. Тем более, каждую субботу, каждое воскресенье на том же третьем этаже проходят короткие занятия для детей. В субботу для дошкольников, воскресенье для школьников. И еще на иншаллах 17 числа, это воскресенье после Иша Намаза, 19:30, в мечети будет организована программа, посвященная пророку алейхиссалям, будут различные назидания, амар-маруф и конкурсы и подарки. Обязательно проявите активность, приглашайте ваших соседей, друзей, товарищей, чтобы не только Ахмад Махмуд и Фатима Аиша и Кучача знали про пророка алейхиссалям, ну и тетя Наташа, и дядя Иван, и Владимир Петрович.
Мечеть открыта для всех. Это не дом имама, не дом муфти, это дом Аллаха Джалла Джалла. Поэтому, иншаллах, иншаллах, если мы сюда будем приходить, Аллах нас сюда отсюда без подарка не отпустит. Аллах щедрый из щедрейших, мудрый из мудрейших. Иншаллах, иншаллах, кому пожелает нас иман, кому пожелает нас ислам, кому пожелает нас здоровье, кому пожелает нас то, что он пожелает. Давайте вместе сделаем два и попросим Аллаха конец и исцеление всякой болезни. Бисмилля, альхамдулилля, ассалату ассаляму расулилля. Аллахумма джаальна миналь ладзина йастамиуна аль-кавла фаятабиуна ахсана. Аллахумма инна нас'алука аль-афия ва аль-афия фид дунья валь ахира. Аллахумма инна нас'алука аль-афия ва аль-афия фид дунья валь ахира. Аллахумма аллахумма استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يمينا وعن شمالنا ومن خوفنا ونعوذ بعظمتك المختار من تحتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه